Он последние где-то 4-5 лет приходит ко мне. And then he said to me one thing. Just 6 months before I did, 5 months before I did marriage. И он сказал, ну где-то 5-6 месяцев назад я женился. And 3 years we have continuous love. Три года до этого у нас постоянно была любовь. And then we decided to do marriage. И потом мы решили, давай поженимся. So as I decided to marry and we did marriage last 5 months, suddenly our love is finished. Как только мы женились, вот последние 5 месяцев, ну такой любви нет, она закончилась. I see my wife is totally changed, totally different woman. Я смотрю на свою жену, понимаю, что это другой человек. For 3 years, very loving, very enjoying, waiting to meet. Три года большой любви, радости, скучали друг по другу, хотели видеться. Now I want to run away. А теперь я убежать хочу от нее. I say, okay. Я сказал, okay. Then I say, what you do now? И я сказал, ну что ты будешь теперь делать? I say, now I want more meditation. Я сказал, ну теперь я больше медитировать хочу. Very good. И я сказал, хорошо. She pushing you in meditation. Я сказал, be thankful. Больше. Be thankful to her. Я сказал, будьте благодарны. So, it can be, maybe life is coming good. Again, ну, если будет счастливая, радостная жизнь, тоже очень хорошо. So both hand you have sweet. This hand is kept. This side kept. Сладости в двух руках, да? Чтобы вы не попробовали, и там хорошо, и тут хорошо. If woman is loving, если женщина любит, enjoy the life. Наслаждается жизнью. If woman is anger, если женщина злая, сердита, then she push you more meditation. Go. Больше вас направить в медитацию. Even you don't want to meditate, не хотите медитировать, do it. Then you want to, whenever I have time, don't want to see her teeth, close my eyes. Как только свободен, не хочу видеть. Even when you're sitting with her in home, close eyes. Даже вы с ней вместе сидите дома, когда вы закрыли глаза. Please don't disturb me. I want to be спокойнее. But I will listen you. I enjoy my breath. Я хочу вас слушать, чтобы наблюдать свое дыхание. Идите. So, both ways right. Ну, будьте как правильно. Because somehow, some experience you will get. Потому что в любом случае, какой-то опыт вы получите. And when you be together, then you know what is a woman, what is man, what is love, what is real love, what is emotions. Ну, в общем, когда вы в паре, вы смотрите, что такое мужчина, что такое женщина, что такое любовь, что такое эмоции. And relationship show emotions coming. Потому что в отношениях все равно есть эмоции. Every man, woman, emotions. В любой паре, в любых отношениях есть какие-то эмоции. Jealous, ревность, angry, злость, possessive, желание обладать, all things come. Собственничество, все эти вещи приходят. But before marriage, no coming. Но до женитьбы эти вещи не приходят. Before marriage not coming much because don't know you are with me or not with me. До one day you say finish, okay, no. До женитьбы это не приходит, почему? Потому что вы не знаете, человек на 100% с вами или не с вами. But after marriage, it's done. Ну, после женитьбы некий штамп. You are my man. Паспорт, да? Ты мой мужчина. You cannot see any other. Ты не можешь смотреть на других женщин. You are fixed with me. То есть ты теперь только со мной. You are just have boundary, limit. Ну, то есть у тебя есть границы некие. I said, when love is coming in limit, when love is coming in boundary, love is finished. А когда любовь появляется, ну, когда любовь кто-то пытается ограничить такими стенами, рамками, она заканчивается. I love one, love is freedom. Потому что любовь – это свобода. But this is not. You can be together and you can be in love. На самом деле, вы можете вместе быть и быть в состоянии любви. If you be together and be aware, be meditative, then love is there, will be there. Если вы в паре, и при этом вы продолжаете медитировать, посвящаете время себе, тогда в паре может быть любовь. So if you feel love,
And if you want to meet, it's okay. And if you want to be in love, don't want to be married, then love is going on anyhow. But after marriage, something will be changed. Suddenly she feels you are my man. You feel my woman. My means my income. Then freedom less. When freedom no, love is also going away. But when love is going away, need more be aware, more be meditating. Then again love coming. So okay, see what happens. Or any other question? Yes. Yeah, you can say in Russian. You можете по-русски сказать, я понял. Хорошо. Я нашла дело своей жизни, может быть, даже предназначение, которое делает меня счастливой, делает счастливыми других людей, семьи. Но я мама, у меня маленькие дети, и часто мой муж бывает недоволен тем, что я уделяю не так много внимания ему, дому и нашим детям. И я не могу найти этот баланс, но, может быть, я не на том пути, и мне нужно пожертвовать своим делом и сделать его в пользу семьи. И, ну, мне тоже, это тоже мое детище, и вот эти метания, не могу найти правильный баланс, как действовать. The question is that she finally found some kind of activity, some business, which she likes very much. This is for her some kind of like mission, like a very high level of joy. But at the same time, her husband is against this kind of activity, against this business, and she has some conflicts with children, with husband. The question is how to find balance between activity, business, and family life, to be completely in balance. This is happening whenever you have anybody in relation. You have different mind, he has different mind. Very difficult happened when both mind is one. But if mind is different, then very difficult. But I say you have to look your joy. Where you get the joy. If you will be joyful, maybe you can make him joyful. But if you say, okay, he don't like and you stop, you don't do work, but you will be not joyful. Okay, you make him happy. But nobody can make happy to others. One thing you make happy, you don't do your business, he is happy, but another thing he will be again. And with love you say him, look, this is my joy, I like this. But if you want in relations, sure something compromise has. В любом случае, в любых отношениях всегда есть какие-то компромиссы. Every couple compromise. Каждой паре есть компромисс. Many time you don't want, he has to do some. Many time he don't want, you have to do. То есть иногда вы чего-то не хотите, а тот человек хочет, или наоборот. But if you going in looking your joy, first thing you have to look what is your real need. В первую очередь, если вы идете за своей собственной потребностью, за своей собственной радостью, so then you have to go in. Тогда вам просто еще нужно продолжать идти за этим. Then maybe
your mission, your life, whatever you're getting, you will gain that. Тогда вы, может быть, действительно можете получить и предназначение, какое-то дело жизни. If you want to be, find yourself, get yourself, only you listen much to others. Познать себя не нужно особенно прислушиваться к другим людям. Even husband is not others, husband is your part also. Да, понятно, что муж это не совсем другой человек, это все-таки некая часть вас. Yeah, but you have to look your joy. Anyhow, if you don't do this business, listen him, don't do sitting in home, you will be sad also. Послушайте его, не будете этим делом заниматься, будете сидеть дома, то вы будете печально. Because whatever your politician has to be, that is not happening. So make him, if he be understand his love, very good. Если он поймет, если сможете довести к любовью эту идею к нему. But this is happening in every couple. Но на самом деле эти вещи в каждой паре происходят. Wherever two people, three people, four people living together, always something going on. Везде, где живут два, три, четыре человека, везде какие-то такие вещи происходят. Very difficult it is to going in one. All go same direction. Очень сложно, чтобы все вышли в одном направлении. But you have to look you. Но вам нужно смотреть на себя. Really, your being, what your being is what? Смотреть, чего хочет ваше существо, ваш центр, и идти в это. What your being want, and when you go in with being, you will be in joy. И когда вы выстраиваете какие-то дела, исходя из своего центра, и идете за этим, вы тогда получаете огромную радость. We have to look our joy first. Но в первую очередь надо следовать за своей радостью. If you will be joyful, then whole family maybe can be joyful. Если вы в радости, то тогда есть шанс, что и вся семья будет счастливой. If you're not joyful, nobody can. Если вы не счастливы, ни единого шанса нет, что вокруг будет счастливы люди. You cannot give joy. Вы не сможете дать радость вашей семье или людям, если вы сами не в радости. So you have to decide to look it. Вам нужно решить. More other questions? Другие вопросы? Yes. Dear Master, is God a person? Can somebody see God as a person, feel God as a person? Is it a mistake to think about God as a person? What is your opinion? Вопрос, можно ли увидеть Бога в человеческом обличии? Вообще нормально это, реально ли это увидеть Бога как человека? Say again this question in English to me. As a person, as a human being, is it a real thing? Is it a real thing to even to think about it? To try to find God as a human being, as a person? First thing I asking you. Everybody has own God. У каждого есть свой Бог. Muslim thinking Muhammad. Скажут так. Мусульмане думают о Мухаммеде. Christian thinking Jesus. Христиане верят в Иисуса Христа. Hindu thinking Krishna. Индуисты верят в Кришну. So to whom you think? Of God. О ком вы думаете как о Боге? What is your God? Ваш Бог, он какой? You had imagination Jesus. Muhammad. Образ Бога, который будет ваш. No, I don't. You not worship anybody. Вы не поклоняетесь как какому-то Богу. I like Krishna, I like Jesus. But not this one, or that one. That is good. Хорошо. But your question, if any human man you can see God as a human life. This is sure. When Jesus was alive,
когда Иисус Христос был жив, 2500 years ago. 2000 лет назад, that time some people be with him, с ним были какие-то люди, sitting with him, listening him. С ним сидели рядом, другие люди слушали его. And they felt him as a God. И они чувствовали его в тот момент как Бога. And then this thing started. И затем от этого началось движение, началась религия. Many people in Krishna when he was alive, sitting with him, walking with him. Кришна был в человеческом теле. Говорит, с ним тоже были люди. Они тоже гуляли с ним, они общались, они присутствовали рядом. And it is not all people who been with Krishna, they all has to feel him as a God. Но не так, чтобы те люди, которые были с Кришной, что они все прямо воспринимали его Богом. Некоторые чувствовали его божеством, некоторые чувствовали просто обычным человеком. Вот у Кришны есть такая история. Он был физическое человеческое тело, но он уже пришел Богом, он уже родился как божество. И когда он был пятилетним ребенком, то есть 4-5-летний ребенок, он ест там какую-то землю, грязь. Ну, да, часто детям нравится что-то собирать, какие-то вот такие грязи. Он что-то такое съел. Мама увидела, что у него лицо грязное, рот грязный. Она сказала, зачем ты вообще будешь грязь-то все, ты землю ешь там. Кришна said, no, no, I not eat. Да я не ел, почему? She said, no, я вижу, что ты ел землю, ты ел вот эту вот грязь. Yeah, she looked hair mud, hair mud. Она увидела, здесь какие-то следы земли, там, грязь. I not eating. Нет, я не ел. Mother, I'm not eating. Нет, мама, я не ел. She said, okay, open your mouth. Она сказала, ну-ка, покажи мне, рот открой. I want to see. Я хочу увидеть. He он открыл рот. And story say, when he opened the mouth, и история гласит, что когда он открыл рот, mother see in his mouth, его мать в его во рту у него, suddenly she seen whole existence, она увидела вообще всю Вселенную. Everything is in his mouth. То есть все, что есть вообще, все, что существует, она увидела у него во рту. And as she seen, she collapsed. Ну и, конечно, она, когда она это видела, она была в огромнейшем шоке. She just go faint. То есть она просто потеряла сознание. Because she not believe that happened like this. Она не могла даже представить, что подобные вещи могут происходить. Just in little mouth, whole existence. В малюсеньком вот этом рте ребенка все, что есть, вся Вселенная. And after she also even she seen this thing, but she not believe it. Хотя она это увидела, но она все равно этому не поверила. She think maybe I see some illusion. Ну, наверное, померещилась иллюзия какая-то. But my child, how can be God? Потому что это мой ребенок, как он может быть вообще божеством? I gave him birth. He can be normal boy. He cannot be like a God existed. Я же его родила сама. Вот он мой ребенок. Как он может быть всей Вселенной? Как он может быть божеством? Sometimes she thinking this memory, but she thinking maybe some illusion. Ну, я иногда вспоминала об этом, но в то же время думала, ну, наверное, мне что-то показалось, померещилось. It is not real. Это не по-настоящему было, наверное. Even Krishna shows him what he is. Хотя Кришна ей показал, кем он является. All existence in him is God. Он Бог, в нем вся Вселенная. Он she not believe. Показал, но она не поверила. She not trust. У нее не было веры, доверия. She loves him, like a very loving child, very good child, good conscious, but child. Она его любила, как очень хорошего, очень доброго, осознанного ребенка, но как ребенка. But many other people seen him also as a God. Очень много людей при жизни Кришны воспринимали и видели его как божество, Бога. And God always coming, sometimes coming in human body. Очень часто Бог приходит в человеческом теле. They coming in human body as a master, as a God, as a start the traditions. Бог приходит в человеческое тело как мастер, давая старт определенным традициям. To give us trust. Для того, чтобы дать нам веру. Trust
Чтобы дать нам веру, что мы тоже можем быть божественными в какой-то момент. Потому что мы тоже можем быть богами. Мы можем стать сознанием. Действительно, мы в сознании. Мы пришли из сознания. But forget. Мы забыли об этом. Forget thinking we are man, normal man. И мы думаем, что мы обычный человек, мужчина или женщина. Then when master coming live. Когда приходит мастер. Live master means something he looks like you and something he away from you. Beyond you. Something look like us. Приходит мастер, он, да, чем-то он похож на нас, но в то же время он какой-то другой, что-то в нем есть другое, отличается. And something beyond us. В нем есть что-то запредельное. Beyond the mind. Что-то за пределами ума. So this master has, he looks like man also, and he looks like existence also. И мастер выглядит, конечно, как человек, но в то же время что-то в нем есть от Вселенной, от существования. And when you find any man like this, когда вы находите такого человека в своей жизни, then in you trust coming, oh, I can be also. У вас появляется вещь, что я тоже могу быть таким. I have also this possibility. У меня тоже есть такая возможность. So master only coming to you possibility. Мастер приходит только для того, чтобы дать вам эту возможность. To get your reality. Чтобы вы начинали видеть свою реальность. And if master not come. Если не приходит мастер, very difficult. Очень трудно to people to trust on themselves. Людям начать верить в самих себя очень трудно. Then they think God is God. И тогда они думают, ну, мы тут, мы сидим тут на земле, а вот Бог это где-то там. And mostly after master go, books coming, tradition coming, and when Pope, Padre, reading this, they say, you are sinner. God is God. Ну, вообще, после того, only Jesus can be God, you are nothing. После того, как приходят мастера, потом они уходят, остаются книги, остаются какие-то религиозные институты, и потом люди читают книги, в том числе какие-то попы, и говорят, ну, вот вы-то грешники, да, вот Бог, он там, на небесах. And master coming, who are there, who is conscious? А когда приходит мастер, you also will be conscious. Он говорит, да ты тоже сознание, ты тоже можешь быть сознанием. Only forget. Ты просто забыл об этом. You not remember who you are. Ты просто не помнишь, кем ты являешься. Кто you remember you are the body, you are the mind. Ты помнишь, что ты тело, что ты ум. And they giving you this trust. Мастера дают вам вот эту веру. If trust coming, your journey starts. Если у вас появляется эта вера, начинается и ваше путешествие. If you get that trust, you get that taste. Если у вас появился вот этот вкус сознания, хотя бы один разок. If one drop of ocean come to you, если одна капля вот этого океана пришла к вам, you will be changed. Вы станете другим, вы поменяетесь. You will be not like before. Вы уже не будете прежним. You will be suddenly big change happening. Неожиданно большие перемены возникнут у вас. And master come for this, to give you this change. Мастера приходят именно для этого, чтобы дать вам эту перемену. To show you who you are. Чтобы показать вам, кем вы являетесь. And as you see, когда вы это видите, вы начинаете двигаться. In this one story I like. Мне очень нравится одна история. One female lion in jungle. Жила одна львица в джунглях. She was pregnant. Она была беременна. She had baby inside. У нее был ребенок. And one day she walking. И вот в таком состоянии, да, она перемещалась по джунглям. And she want to jump to this cliff to this cliff. И в один момент она хотела перепрыгнуть с камня на камень. And then she jump here to there. И перепрыгнуть через какой-то овраг. And between big valley. Какой-то действительно горы, овраг. So while when she jumping, baby came out. Произошли роды, появился ребенок, baby go in и вот этот ребенок упал в эту расщелину. And she can't find him. Она не могла его найти никак, very far. Потому что была большая высота. Baby is lucky, he's alive. Маленькому львенку повезло, он выжил, he got up, stand. Поднялся, and walking куда-то пошел.
And there one cow of sheep is one. А там поблизости было стадо овец. 100 sheep. Ну, где-то может быть 100 овец. And this baby life going in this cow. И маленький львенок, он присоединился. And к этому стаду и начал с ними вместе гулять. And this is very small baby, lying baby, even lying. Даже лев, когда он львенок, он совсем маленький. And this sheep accepted. Ну, эти вот стадо овец приняло его. Even one, two female sheep giving him feed of milk. Даже несколько вот самок, несколько овец стали его кормить молоком. So slowly, slowly this lion, baby lion, going like a being with sheep. Ну, таким образом маленький львенок проводил время с овцами. And he is eating grass and делал то же самое, что делали они, ел какие-то листочки, траву. He not eat any, he not hunt any animals. Не охотился на других животных. So, but he is going with them. Ну, вот так вот с ними рос, с этими овцами. Slowly, slowly, 4-5 years. И прошло так вот 4-5 лет. He was, now he was young. Он уже был молодым львом. And then, one day, they all walking. И однажды они все вышли на прогулку. One old lion come looking and looking, this group of sheep, and he want to hunt. И тот стадо заприметил старый лев и захотел поохотиться. He just old lion running. И вот этот старый лев, он помчался к стаду овец. And he running, all sheep are running. Овцы увидели старого льва и, конечно, побежали прочь. Lion coming, lion coming. They start. Они очень испугались и умчались прочь. And then this young baby, he was very young, very strong. И этот львенок, который уже стал молодым львом, он тоже начал убегать. Old lion very amazed. Очень удивился старый лев. He said, I understand why our sheep are running. They are afraid with me. Он сказал, я понимаю, что овцы, стадо овец убегает, они меня боятся, это нормально. But this young lion. Вот этот молодой лев. Why he running? Почему, why he afraid? Почему он-то боится? Почему он убегает? When he is young, he can kill me also. Молодой и полный сил, у меня самого может убить. He's fully strong, much more stronger than me. Намного сильнее, чем я. So old lion forget all the sheep. И старый лев таким образом забыл вообще о всех овцах. And just running behind the lion. Он просто бежал за этим молодым львом. Very difficult. He catch it. Очень трудно было ему поймать этого молодого льва даже. Because young lion difficult to catch, old lion. Трудно старому льву поймать молодого, полного сил. So he took his neck. Он схватил его за шкирку. In his mouth. Ну, то есть, пастью своей. And taking it. И потащил. And young man said, oh, please don't kill me. I'm very poor sheep. И молодой лев говорил, ну, пожалуйста, не убивай меня, я бедная овечка. Do not listen. Но старый лев его не слушал. And he took him. Он просто тащил его дальше. Very difficult to took him. Очень даже трудно было его тащить. Because he was young. Потому что это молодой, сильный, мускулистый. Old lion knows how he tricks. Но, естественно, старый лев опытный, то есть разные трюки. And so he took him to lake. Специальными своими методами дотащил его до озера. And just come to lake and show him. Подтащил его к озеру. And young lion seen. His face. И сидя на берегу озера, молодой лев увидел свое отражение. Young lion never seen his face himself. Но молодой этот лев, он никогда в жизни не видел своего отражения. Suddenly he seen this is lion, and I'm also lion. Неожиданно он увидел, вот рядом со мной лев. And he seen, я лев. I'm also lion. Я тоже лев. Я выгляжу так же, как он. Suddenly in him big first time in life big roaring came. Первый раз в жизни он зарычал. Очень громко зарычал. First time in his life roar happened. Первый раз в его жизни произошло вот это глубинное, огромное рычание. And when first time when young lion is roaring, whole forest is thundering. И когда лес услышал это рычание, весь лес пришел в движение. And he said, oh, I'm a lion. И он произнес, да, я лев. Thankful to lion. Затем он был очень благодарен этому старому льву. You show me my face. Спасибо, ты показал мне мое истинное лицо. Otherwise I was sheep. В противном случае я всю жизнь считал себя овцой. Same thing with us. То же самое с нами.
Master coming like old lion. Мастер, по сути, это старый лев. He takes you and so, look, you are also the lion. Хватает вас и показывает, смотрите, вы тоже лев. You are also the existence. Вы тоже существование. You are also the God, you are also the consciousness. Вы тоже сознание, вы тоже Бог. And then his work is done. Тогда его работа сделана. This day you are roaring come all the universe. В тот день, когда раздастся ваше рычание, я Брахма, я Вселенная. Я космический, я все, что есть. Master work is done. Тогда работа мастера сделана. Мастера приходят для этого. Give us trust. Дать нам веру. Give. Дать нам знание, кто я, кем я являюсь. But if you're listening others, everybody might shift. Но если вы послушаете других, услышите других, вы как бы вроде я. Even you saying, "Star, I'm not sheep," they say, "No, you are a sheep." Вы начнете говорить, да я не овца, они скажут, нет, ты овца. Как ты можешь от этого уйти, от этого державца? Even anybody you become sannyasi, become you start a meditation. Если из вас начинает медитировать, становится на путь вот саньясы, неосаньясы. Suddenly your whole family against you. Вся семья начинает протестовать. Whole society against you. Все ваше окружение вроде как начинает протестовать. Even I coming every year here. И даже я вот приезжаю каждый год сюда. And going other places in world. Посещаю разные другие тоже города. Две недели там в Бишке, в Исыкуле, в тех местах. И там, где я оказываюсь, очень часто такое происходит. Потому что мы отличаемся от других. Different doing, then laughing, some laughing, some crazy, dancing, 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 some crazy, людям нравится, чтобы вы были такой же, как они, такой же овечкой. No need to nobody say, oh, I'm special, I'm different. Ну и не нужно говорить, что я отличаюсь, я другой. When master saying, look, you are not what you think. Но мастер говорит вам, что вы не тот, кем себя считаете. Вы другой. And master only coming for it. И мастер приходит только для этого. И мастер not come. Very difficult to trust you. Если бы мастер не пришел, очень трудно иметь эту веру в себя. Who giving trust you? Кто даст вам это состояние, эту веру? God not come direct. То есть напрямую Бог вот к вам не спустится. No body. У Вселенной, у существования нет тела, нет рта. So master is like a messenger. По сути, мастер — это посланник. Between people and это проводник между Вселенной и людьми. And he's saying, look, I'm like you, but I am who I am, I know. Он говорит, смотрите, я выгляжу как вы, я вроде бы такой же, как вы, но я знаю, кем я являюсь на самом деле, я знаю, кто я. The master only coming for this. Мастера приходят только ради этого. Show us our real, real face. Показать нам наше истинное лицо. And they say, what do you think? Who are you? This is totally fake. И то, кем вы считаете себя, это фальшивка, это фейк. What is your real? You don't know yet. А то, кем вы по-настоящему являетесь, вы еще не знаете. Come with me, be with me, listen me, follow me, and understand me slowly. You also come. You know. Слушайте меня, будьте со мной, следуйте за мной, и в один из дней вы узнаете. So, master sure comes. And always master comes. Много мастеров приходило. Master means who is conscious. Мастер — это тот, кто осознан. Who knows himself. Кто знает себя. Who knows who is reality. Кто знает, что такое реальность. And then he said to us, you also can be like this. Тогда мастера говорят, что ты тоже можешь быть таким. And then I be being like you, like a man, like a body. And then suddenly
Было время, когда я тоже считал себя просто человеком в физическом теле. Но пришел тот момент, когда я осознал себя. И все духовное путешествие, весь путь с мастером, по сути, это вопрос. Кто я? Это желание познать, кто я, кем я являюсь. И мастер направляет вас. Смотри, ищи, ищи, кто ты. То, как ты себя считаешь, это фальшивка. Тебе нужно по-настоящему узнать, кем ты являешься. И мастера приходили, сейчас мастера есть, и в будущем они тоже будут. Будущее в человеческом теле. И когда кто-либо просветлевает, this is not sure every enlightened will come back again in body. Не факт, что человек после просветления потом снова вернется в физическое тело. Enlightenment means finished. Просветление значит finish, окончание. Все закончилось. Ego is dying, mind is finished. Ну, закончился, эго закончилось. That moment he gone. То есть человек в этот момент like a death. Уходит, он ну, как смерть просветлен. This death he will see consciously. Но это смерть, через которую он прошел полностью осознанно. И затем, если Вселенная хочет, чтобы человек вернулся, он, по сути, второй раз рождается. Но тогда он начинает говорить уже о Вселенной, о существовании. Он не может на самом деле полностью это передать, но он старается, он пытается показать, что это. С вами он говорит о существовании, дает вкус, дает переживания. Все из них. Somehow you can feel. Somehow you get this taste. Направлено на то, чтобы вы почувствовали, просто какое-то получали переживание и чувство того, что такое сознание. Once if you get, you have to be changed. И как только вы этот опыт получили, вы меняетесь. So, master, God coming again, again and again, it will be in human. И Бог снова, снова и снова приходит на землю в человеческом теле. Saying all human, all to world, all to existence, you are not this, you are something else. Чтобы передавать это знание людям, что ты не тот, кем себя считаешь. You are the consciousness. Ты сознание. You are the white swan. Ты белый лебедь. This one inside you want to fly. Тот белый лебедь, который находится внутри вас, он хочет летать. Swan like a bee. По сути, ваш центр, ваша душа – это как лебедь. Наша душа хочет вырваться за пределы тела. Body, и раствориться во всем небе, во всем мире. Мастер взращивает, пробуждает вашу душу. Чтобы она начинала летать и летала повсюду. В этом заключается работа мастера, и снова Вселенная отправляет мастера для этого. Завтра у нас еще один сатсанг здесь. Затем я отправлюсь в Москву. Медитативный ретрит, субботу, воскресенье. Ретрит будет с 10 утра до 6 вечера. And retreat, in retreat we using two ways, six, seven different techniques.